Весна наступает все увереннее, а яркие краски, громкие аплодисменты продолжают наполнять стены большого зала Казанского федерального университета УНИКС. 13 марта внимание зрителей захватила студенческая весна Высшей школы информационных технологий и информационных систем Института филологии и межкультурной коммуникации. Стоит отметить, что 2018 год в Казанском университете объявлен годом Льва Толстого, поэтому в рамках данного фестиваля каждая команда представит творческие номера, направленных на раскрытие данной тематики. Пока в зале полным ходом шло представление, мы проникли за кулисы и узнали у представителей институтов, в чем заключается их изюминка студенческой весны. Будем затрагивать тему счастья, о том, где найти счастье, в чем оно заключается, у кого какое счастье. И в конце, я думаю, что мы найдем ответы на эти вопросы. Мы смогли так завуалировать под видеоигры, добавив туда Льва Толстого, что получилось это очень круто. Ну, так как мы технологический вуз, мы сделали что-то с играми. Миниатюры, танцы были пронизаны очарованием, вдохновением, творчеством, что еще больше украсило по-настоящему студенческий весенний вечер. Юлиана Петрова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.